Молодий, цей день для тебе. 27 червня – грандіозне свято на Майдані Незалежності. День молоді України. Яскраве шоу, найпопулярніші артисти та незабутній фейерверк для молоді Києва. Організатори – Київська міська державна адміністрація, управління у справах сім'ї та молоді. Генеральний спонсор свята – акціонерне товариство «Оболонь». Офіційний ресторан свята «Шелтер». Творче втілення – мистецьке агентство «Арт Велес». День молоді України. Неділя, 27 червня, Майдан Незалежності. Початок о 20 годині. С 23 июня в кассах стадионов в продаже однодневные билеты на фестиваль «Рок Киев». Вход в пятницу 20 гривен. Вход в субботу 30 гривен. Вход в воскресенье 50 гривен. Место встречи «Рок Киев». Объединение демократических сил «Злагода» представляет. Концерт года в Киеве обязательно состоится. Невероятные изменения гастрольного графика приведут Modern Talking в Киев на один день раньше. 25 июня во Дворце Украина в 22.00 группа Modern Talking. Благотворительный концерт ярчайших звезд мира в Германии вынуждает группу Modern Talking изменить свои планы, но не изменить киевской публике. Они приедут на день раньше. 25 июня в пятницу в 22.00 во Дворце Украина супершоу группы Modern Talking. 25 июня в 22.00. Впервые в Украине самая модная московская группа «Биплан». 25 июня 22.00 развлекательный комплекс «Динамо Люкс». 26 июня 23.00 развлекательный комплекс «Заир». Презентация дебютного альбома группы «Блондинка». Генеральный информационный спонсор телеканала ТВ. Информационный спонсор «Биз ТВ». Официальный перевозчик авиакомпания «Трансаэро». Первые 50 посетителей получают в подарок альбом группы. Пятница 26 июня 22.00 «Динамо Люкс». Суббота 26 июня 23.00 «Заир». Большой привет! Сегодня мы продолжаем подводить итоги нашего интерактивного конкурса «Наименьшее число». Следующий победитель нашего интерактива – это Наталья Подгайко. Но по каким-то причинам, вероятно, она не смогла прийти на съемки в нашу студию, и пришел муж. Мужа зовут? Анатолий меня зовут. Я пришел, как говорится, представляю лицо своей жены. Здесь это ее была инициатива позвонить на вашу передачу. Ну и, как вижу, нам это удалось, что-то как, типа такое. Но выиграла какой-то приз. Вы выиграли не какой-то приз, а целых два билета на московскую группу «Кирбичи». Вот я их вам вручаю. Первое, конечно, хочу передать привет жене своей, что она молодец, пусть дерзает в том же духе. Ну и вашей передаче, как говорится, чтобы она была всегда такая хорошая. Сами убедились, насколько просто прийти к нам в студию телеканала УТВ и получить свои заслуженные билетики, компакт-диски или аудиокассеты. Но, к сожалению, вот несколько билетов на концерт «Кирпичей» все-таки не нашли своих хозяинов. Они просто не явились по каким-то причинам. Мы им передаем большой привет и машем билетиками в камеру. Отримаєш компакт-диск або квиток на модний концерт. Ми підемо на концерт або одержимо компакт-диск. А що потрібно для цього? Хочеш отримати задоволення? Телефонуй за цим номером телефону і називай будь-яке число. Якщо воно виявиться найменшим і його крім тебе не назве ніхто, ти виграєш компакт-диск або квиток на суперкласний концерт. І пам'ятай про число. Чим менше, тим краще.